Итак, играем в головоломку 5 букв от Тинькова. Пришло приглашение. Правила я зачитывать не буду, наверное, вы их все знаете. Давайте перейдем к решению. Так, как начать к игре? 5 букв. Ну, я традиционно, ну, давайте вкратце озвучу правила. Надо отгадать слово из 5 букв, которое зашифровано здесь. Нам дается 6 попыток. Мы можем вводить слова наобум. И нам будут подсказывать, есть такие буквы или нет. Ну, как в поле чудес. Я традиционно ввожу фикус, поскольку здесь все буквы разные, и у нас есть возможность их протестировать. У. В слове есть буква У, но в другом месте. Давайте теперь смотреть, какие слова с буквой У существуют. Существительные. У. Из 5 букв. Урбан. Есть такое слово? Урбан, если я напишу. Нету. Так. Уроки. Нету. Убунту. Ладно, давайте с буквой У на втором месте попробуем. Булка. То что-то я ни одного слова не могу придумать на букву У. Булка. Правда, К, конечно. К уже мы использовали. Жалко на него тратиться, да? Если булша, булга. Нет таких слов. Булда. Ну хорошо, булка. Так, у нас уже буква А. Желтенькая, значит, она стоит там, где надо. Так, теперь мы знаем, что У не четвертая, не вторая. Видимо, она либо первая, либо третья. Но поскольку я не могу ни одного слова на букву У придумать, скорее всего, она третья. И буква Б еще есть, которая не на первом месте. Труба. Труба. Может такое быть? Труба. Щет. Я уж думал, джекпот. Сорвал. Значит так. Буква У на первом месте. Буква У на первом месте. У. Угаба. Ушиба. Улыба. Л нету. Вообще ничего не лезет в голову. Но они, конечно, придумывают. Уваба. А еще буквы могут повторяться. Ушиба. Так, давайте смотреть еще раз. У не может быть второй и третий. Значит, она первая. Точно? У. Унаба. Я таких слов-то даже не знаю. Усадьба. У-у-у. Ушаба. Узаба. Удоба. Удоба. Есть такое слово? Удоба. Нету. Попытка не засчитана.
Учеба, ёпарасоте. Учеба. Оу, oh, yeah. Это джекпот, дамы и господа. Вот так надо отгадывать слова в Тинькове. Поздравляю всех. Приз появится в разделе кэшбэк и бонусы на главном экране мобильного приложения в течение дня.